Пора решить, принять дикого зверя с далекой звезды или изгнать его на него скитания. Роду Хирона, его ждет испытание страхом. Помогите! А где взрослые? Не пришли? Ты же это сам подстроил! Я здесь совсем не при чем! Клянусь Богом! Но раз взрослых нет, значит начнем без них. Испытания отложить уже нельзя. И да, думаю, вы обрадуетесь, когда узнаете, что вам предстоит пройти обряд вместе с динозавром. Как? Почему? А я что, не говорил? Но если вам страшно, то вы можете отказаться. Тогда мы прогоним динозавра в лес, а сами спокойненько пойдем по своим делам. Отказывайтесь. Нет! Мы пройдем. И смелые, и глупые дети. Ладно, хорошо. Ну что ж, думаю, для вас будет сюрприз. Тогда я узнаете, что вам предстоит пройти не одно, а целых два испытания. Да? Почему? А я что, не говорил? А духи решили, да. И подали мне знак особый. Да такой, что даже идол раскололся. Не хочу тебя сильно расстраивать, шаман, но это сделал я. Обманщик! Этого идола сделали еще наши предки! Ну да, они сделали, а я сломал. Так это твои круг дело! Ну нет, не совсем. Точнее, моих ног! А если быть совсем точным, вот этой вот правой ноги, опа! Был бы я твоим отцом, повязал тебя за эти ноги! Мне тормозками лет 18, что ты ничего не натворил! Я же не специальный шаман, я игрался случайно и... Все, шаман, начинай же свое испытание! Ладно, первое испытание для тебя, девочка! Перед тобой! Три ящика! И находятся змеи, пауки и каша! Фу, каша! В одном из них находится особый амулет. Найдете испытание Брокина? А если нет? Сами знаете, что будет. Книга и племя, мне страшно. Помогите мне. Книга и племя. Вы поможете нам? Вами не должны ничего бояться. Мы должны помочь моей сестре. Но вы точно ничего не боитесь? Давайте похлопаем и поддержим наших друзей. Закрыть глазки и засунуть руку туда и найти амулет.